Здравствуйте, в эфире программа «Глаз народа». Это делают все – политики, астронавты, звезды шоу-бизнеса и обыватели. Мода на селфи охватила весь мир. Что по этому поводу думают северяне? Делают ли они селфи и зачем? А давайте узнаем прямо сейчас. Редко, но делаем. Для того, чтобы показать бабушкам и дедушкам, когда мы вдвоем дома, как мы проводим свой день с малышкой. Нет, не делаю. Во-первых, из-за телефона, то есть тут нет передней камеры, а на заднюю как-то не очень удобно, и, в принципе, незачем, то есть мне их никуда, не вижу смысла их куда-то выкладывать. Просто как бы делаю селфи, чтобы были фотографии. Иногда некому сфотографировать, и получается так. Хотелось бы сделать селфи с высотки крыши, там, на очень высокой высоте. Нет, не делаем. Перед кем выпендриваться-то? Чтобы потом еще откуда упасть? Надо, что ли? Модно, но, наверное, как-то несколько неестественно фотографировать себя каждую секунду, минуту. Как-то это, на мой взгляд, не очень-то именно естественно. Я лично селфи не делаю, но моя дочь балуется этим. Это, наверное, такое модное течение молодежное. Я лично не понимаю, как можно с собой постоянно добываться. Да, конечно, мы приехали из Вологды сегодня первый раз и делаем селфи на фоне всех памятников архитектуры. Но нам нужно, чтобы приехать домой, поделиться впечатлениями. Первый раз видим город. Очень интересно.